В нашем городе состоялся традиционный легкоатлетический кросс. В соревнованиях на выносливость участвовали спортсмены из разных городов Свердловской области. Возрастные категории бегунов различные – от 10 до 13 лет, до 60 и старше. Среди спортсменов были как и самые молодые, так и самые опытные. До финиша добежали самые выносливые. Награждение происходило возле Дворца культуры «Кристалл». Грамоты вручал Мезенцев Виктор, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по культуре, молодежной политике и спорту. Победителем в категории «Абсолютный зачет» была награждена Надежда Горбунова, город Екатеринбург. Среди мужчин – Павел Красноперов, город Серов. В возрастной категории 60 лет и больше первое место заняли Юлия Ветрова и Валерий Аристов, город Екатеринбург. Поздравляем всех победителей! Здоровье и спорт рядом идут!